Судьбу Джулиана Ассанжа решат после Лондонской Олимпиады. Эквадор ответит на просьбу основателя Wikileaks о политическом убежище, когда в Великобритании завершатся летние игры, то есть не раньше 12 августа. Но рассматривать обращение скандально известного австралийца в Кито начнут уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава эквадорского МИД. Рикардо Патино отметил, что власти Эквадора примут решение, которое не скажется на отношениях с Лондоном, хоть и может разойтись с позицией британских властей. Министр пообещал проявить осмотрительность, чтобы не повлиять на ход Олимпиады. Отмечу, что ранее Патино назвал смехотворными обвинения в изнасиловании, которые предъявлены Ассанжу в Швеции. Чтобы избежать экстрадиции в эту страну, австралиец с 19 июня укрывается в посольстве Эквадора в Великобритании.